Всем привет! Гитарный процессор Voxton Lab EX. В данном процессоре предусмотрена одна лампа 12AX7, два 1-дюймовых динамика. На передней панели располагаются блоки, которые отвечают за типы усилителей. Вот первый блок. Что очень удобно в данном процессоре, то что каждый модуль выделен в отдельный блок. То есть блок Amps выделен вот в одну линию, ручка переключения типов усилителей, их тут 33, трехполосный эквалайзер, ревербератор, громкость и уровень гейн. Также кнопка, которая отвечает за включение и выключение кабинета. Блок педал 1, блок педал 2, модулейшн, то есть блок, который отвечает за эффекты. Отдельно выведен блок с настройкой delay, тут их несколько режимов, и соответственно тап-темпо, что очень удобно. Блок, который отвечает за сохранение, редактирование пресета. 4 кнопки, которые отвечают за включение, выключение того или иного параметра. И педаль экспрессии, которая может работать в разных режимах. Все зависит от того, какой пресет стоит. Если это педаль громкости, то он регулирует громкость. Если это квакушка, то квакушка. Или параметр любого другого эффекта. На задней панели присутствует регулятор, который отвечает за уровень громкости встроенных динамиков, USB-порт, вход для подключения блока питания, включение-выключение процессора, вход для подключения гитары, AUX-вход для подключения MP3 CD-плеера, выход для подключения комбику в линию или наушников, как в режиме стерео, так и в режиме моно, с уровнем громкости. И четырехпозиционный переключатель, который меняет режимы работы процессора. То есть, если мы подключаем данный процессор в линию, мы ставим режим Line. В данном видео мы пишем как раз в стерео режиме в линию. Если мы подключаем к комбикам, соответственно, ставим режимы Vox, Fender или Marshall. А теперь послушаем некоторые модели усилителей. Начнем с Clean. Следующий US Blues. Следующий Vox AC30. Следующий UK Metal. High Gain. И послушаем последний US Metal. А теперь послушаем некоторые педали. Первая Vox квакушка. Следующее вибрато.
Отключаем педали и послушаем некоторые эффекты модуляции. Мультихорус. Включаем. Следующий эффект – фленджер. Твин тремоло. Следующий эффект ротари. И послушаем делейчик.